Уже борода выросла. Такой, само собой. Дварфы должны рождаться с бородой. Потому что если не родился с бородой, то ты не дварф. Даже если ты девочка. Так, что у нас тут с комнатками? Бедрумс. Бедрумс. Бедрумс мульти. Есть. Для одежды вроде обычно шкафы создают, а не сундуки. Но это не точно. Шкафы тоже будут. Что у нас в стокпайлах в кабинет? Ну вот неизвестно, они установлены или просто изготовлены. Наверное, нужно на склад смотреть. Если там пустые, незадействованные кабинеты, давайте к складу переместимся. У нас есть буккейсы. Кстати, буккейс давайте сюда поставим. Буккейс. Я думаю, вот этому нашему основному будет неплохо с буккейсом. Хотя не уверен, что он вообще ему нужен. Что значит «даже», говорит Алекс. А как гном себе жену должен выбирать? По густой шелковистой бороде, конечно же, само собой. Густая борода, она как признак породистости и хороших генов. Просто вот знак хорошей жены. С такой шелковистой длинной бородой. Густой, ух, прям. Увы, без модов у жены нету бороды, говорит Дзиондеев. Жаль, жаль. Но моды все исправляют, ведь правда, да? Это радует. Что еще нужно нам в медицинском здесь отсеке? Есть ли какая-то мебель, которая может помочь нам лучше себя чувствовать? Нам нужны, например, стулья и столы, какие-то сундуки в медицинской зоне. They're also used in some zone-based locations like taverns, hospitals and libraries for storing useful materials. A box object must be made before it can be placed. Да, да. Нам нужны здесь честы. Давайте три поставим. В таверне тоже, наверное, нужно будет поставить честы. Мы их как раз собирались сделать. Вот. Мыло надо в больничке. О, да. Честы в больничку поставил. Если русский, нет русского. А, по-моему, кстати, делает кто-то русский перевод. Я где-то помню, слышал или видел это. Довольно интересная тема. Кстати, насчет воркшопов, которые связаны с фармингом. Бучери, наверное, сюда поставить бы не помешает. Хотя не сюда, нет. Бучери должно быть где-то рядом с животными на открытом воздухе. Скорее вот сюда. И рядом, собственно, с тем, где отходы хранятся. Ну, это так, на будущее, на всякий случай. К таверне надо отдать комнату, в которой стокпайл с бочками. Стокпайл с бочками в таверну. Вот этот вот, что ли, в таверну отдать? Стокпайл. Фиг знает. Хаммерсдворф наш. Нет, это не оно. А он уже куда-то убежал, хитрико. Надо два раза, что ли, кликнуть? Нет, здесь одновременно находится и собака в том же месте, и наш вот этот гость, Хаммерсдворф. Две любовницы. Ребенок. Disdain Cooperator. У нас, кстати, счастливых становится все больше. Один единственный недовольный, похоже. Сейчас посмотрим, чем он недоволен конкретно. Ну, не то чтобы недоволен, не настолько доволен, как остальные. Expedition лидер наш. Он чувствует себя одиноко. В этом основная проблема. Он хочет быть с семьей, хочет завести роман с кем-то покрутить. И хочет молиться Будаму. Вот с Будамом можно, в принципе, что-нибудь сделать. У нас же там строятся всякие разные, как их там, у нас же строятся различные статуи и алтари, да? Furniture, offering place. Три офферинг-плейса делаем.
Это как раз алтари, насколько я понимаю. Просто рядом с таверной сделай комнату с хранилищем бухла и расширь туда таверну. То есть сюда, например, расширить. Вот так вот берем. Делаем бухлокомнату. Для бухлишка. Вот. Темпл уже сделай. Темпл есть, по-моему. Вот. Lanterns of Plating. Dance floor. Chest, stored instruments. Only organized religions. This option allows long-term residents of the fortress to enter this location. Well, visitors from outside the fortress. Ну, в принципе, вот у нас темпл есть. Мы сюда ставим алтари. Сейчас еще статую поставим. Statue. Slab statue. Парочку статуй. Не-не-не, не парочку, четверочку. Statue. Ты лучше сделай сперва нужную статую, потом поставь, а то рандомные не очень. А как сделать нужную? Как это узнать? То есть нужно сначала... Они делают рандомные, и нужно смотреть, какие из них конкретно появляются? Будам, гус, статуя дворс, инет, бот циркулс. Во время создания в воркшопе создаем. Выбери какую. Микрокофер. Details. Specific stone, specific image. Offsite, solization, existing, new image. To site, solization of a group. Historical finger. Выбери бога. А, сейчас найдем тогда бога. Алтари там с ними та же самая фигня, когда делаешь алтарь. Черт, клейстоун. Это понятно. Только материал можно выбрать, да? Алтари могут быть просто алтарями для аферингов. А статуи нужны вот конкретного существа и бога. Давайте тогда найдем, вот какого бога там хочет у нас наш лидер. Будама. У нас, в принципе, есть статуя Будама. Зачем нам делать еще одну? Алтари тебе самому предлагают... А, сами алтари тебе предлагают какому богу, потому что ты выбираешь храм кому. А если у нас алтари всем богам? Такой маленький языческий храм. И поклонение всем подряд. Это не очень, наверное, хорошо, или как? Как там тренировки наших дворфов? Тренируются. Health. No health problems. Skills. Adequate weaponsmith. Novice, stone, carper, brewer, planter, blacksmith. О, combat. Doubling ex-dwarf. Очень надеюсь, что со временем он станет более, ну как бы сказать, типа того. Вообще храм кому угодно. Ну да. Статуи какие-нибудь. Есть уже. Будама статуя как раз есть. Статуя дворфов. Статуя Будама, смотрите. Две статуи Будама аж имеются. А? Найс! Ну это как поклонение хаосу неделимому, говорит Радбарон. Плюшки по чуть-чуть. Оно самое, да. Они тебе, кажется, статуи гуся строят. Новый божественный гусь. Ах, это прекрасно. Серьезно, что это у нас? Статуя гуся, да, да, это каменная статуя гуся. Это же охрененно просто, ну вы посмотрите. Сейчас у нас все будут довольными и счастливыми. А еще каким богам у нас поклоняются? Вообще как-то можно узнать. Вот майнер, ты у нас кому поклоняешься? Pray to Oki. Pray bear to the sun чо-чо-чо. О, он одновременно нескольким там поклоняется. Белал.
Добрый Оке, Берва Сена, Вол, Тетрус. Бер и Оке, наверное, будет проще всего сделать. Давайте, не таск. Сколько этих беров? Сделал, называется, статую. Дайс, ну молодец просто. Прейд Оке. Оке футулонг. Бер футулонг. Смотрю в левом меню. Там разве нет информации про религии? Левое меню. Которое левое меню? Ну, у нас собаки родить начинают. Каменные алтари, статуи, крафты, drink, job items, cancels drink, job item lost or destroyed. Он отменяет свое пьянство из-за того, что потерял что-то, что используется для пьянства. Не, вы чувствуете, что творят эти дворфы? Верза Сиенна Вол вроде бы. Justice Objects, Nobles, Labor Places, Tasks, Workshops, Creatures, Other, Citizens. Нет, какой-то религии тут нету нигде. Тут тоже что-то не видно. Вот здесь что у нас? В The World Screen. The world created at the beginning of the game is active. And others may take an interest in your outpost as it grows. Stolen artifacts and kidnapped citizens can be recovered by preparing missions from this screen. It can also cause trouble if you'd like to raid your neighbors. Raids are created by clicking on any site not belonging to your... Слушай, серьезно, тут еще такое есть. Офигеть. С каждой минутой Dwarf Fortress становится больше. Как же хорошо, вы знаете. Я чувствую просто, что эта игра бездонна, но при этом мне так хорошо от этого. Это же просто невероятно. Новости и какие-то слухи. И что это делает? Это отключает сайты. Ага, что-то вот здесь движется. А, как двигаются новости и слухи. К нам двигаются кто-то. Что это двигается к нам? Сентрон Форт. Да, вот наш форт. Цивилизейшнсы. Артефакты известные. Но цивилизации особой новостей не вижу. Ну, как бы он... Что-то к нам движется отсюда. Какие-то слухи, новости, или, может быть, кто-то реально движется. Интересно. Слушайте, мне понравилось. Откроем, пожалуй, менюшку еще раз вот этого вот. И посмотрим. Assign a new existing location. See details. Можно ли сменить designation какому-то богу? Так. Когда строишь храм, там дают варианты богов. Только когда строишь. Давайте новый построим тогда. New hospital, new temple. Вот. Дервас и Яна Вол. Оке, просто Оке. Да, Оке, он такой один. А Бер за Сиенна Вол. Понятно. Не, ну слушай, ну нормально. Не очень удобно, но можно с этим жить. Так. Image. Historical figure. There is a Сиенна Вол. There is a Сиенна Вол is a deity of 10 mechanisms. Bear most often takes the form of a female giant
giant mall and is associated with caverns and mountains. Так, а здесь? Image. Окей. Окей, окей. Аки-паки. Окей, окей. Deity of Confederation of Pigs. Конфедерация свиней. Какие интересные тут у нас личности. Ну, тогда гуся и дварфов вот это временно демонтируем. Это, наверное, поставим просто в таверне. Вообще, нужно ли нам это там? Окей, бог зомби. Гниющий человек? Не знаю. Он точно некромантов понаделал. По-моему, здесь все генерится, в том числе и боги в этом смысле. Привет, воин ночи. Посмотри описание Оки еще раз. А, кофер стэчу. Once most often taken the form of a rotten female human and associated with murder and death. Да, это бог убийства и смерти. Интересно. Слушайте. Хороший бог. Дайте два. Потому что таких богов нам надо. Да. Ах, прекрасно. Интересный бог и праздники хорошие. Да, на празднике будут кого-нибудь убивать. Ну, наверное, кого-то из пришлых. Приходят к тебе эльфы караваном, а ты их оки жертвуешь. Оп. Красиво. Чё? Нам нужно с кем-то повоевать. Для этого нужно тренироваться. Они, к сожалению, пока не очень хороши в своих навыках боевых. Даблинг, экс-дворф. А этот... Adequate Weapon Smith, но Doubling X Dwarf, Striker, Dodger, Fighter, other skills. А стрелять-то они как-то будут? Нет, потому что я одному делал стрелком, как-то по-другому нужно назначить его роль, в принципе, или как это что делается? Copper Battle X. What? Diddle Chess Melee. Ну вот у этого должно быть не Melee. Уифа. Нам нужно new weapon, deal choose ranged. No assigned items. Так. Нам еще, кстати, нужно одежду делать. В принципе. Запасные комплекты. Ну, гномов достаточно для войнушки? Нет, у нас вообще достаточно мало гномов. Лучники не мешают в одном взводе. А, лучше не мешать в одном взводе мили стрелков. Они пойдут арбалетами дубасить. Ясно. Ну, он, в общем, выбрал, да, действительно. Еще раз, собственно, топор. Ну, давайте посмотрим. Некоторое начало у нас положено. У нас просто людей, дворов, то есть, не хватает. А что, если мы немножко прокопаем здесь и покопаем различные полезные ископаемые? Это раз. Здесь что? Мадстон, Руфью, Каолин, Каолин Шаолин. Черт. Нам и где-нибудь покопать бы, знаете бы, прям во все стороны бы, даже желательно поглубже. О, выкопали что-то, да? Что если мы, например, сюда будем копать? Вот так вот. Просто, знаете, такие штольни для того, чтобы проверять, что там вообще есть, нет. То вдруг у нас тут найдется какое-нибудь что-то интересное.
какие-нибудь полезные ископаемые, камешки, еще что-то. До пещерных чудовищ уже докапываешься. Ну, фактически, не то чтобы там чудовища они. Но кто-то у нас есть. Искричий, Авер. Крандлы в основном. Чудовищ тут особо не видно. Мы видели место битвы крокодила и тролля. Как бы они бились. Потом куда-то делись, и больше их не видно было. Какие-то птицы время от времени ходили. Рогатые. Их тоже мы встречали. Вот, что-то уносят. Вот смотрите, видите? Теперь можно на авто поставить вот это вот. Поехали. Все, пить захотел, убежал. Пинчуга. Что у нас вообще с посадками? Растет пламхелмет колоссистый. Есть ли у нас пиктейлы? Сид. 28 пиктейл сидов. Фред. 9 треда. Клов 18. Бэкс армор. А сажать, когда мы его будем? У нас сама пиктейл должны сажать как раз сейчас. Пламхелмет. Здесь пиктейл. Вот на этих вот. Окей. Тогда можно добавить таски на процесс плантов. Процесс плантс. Это на потом. Берем drink from plant. Wooden бины делаются. Что еще нам нужно строить? Что нам из камня нужно делать? Кружки-то у нас есть вообще, давайте глянем. Мы их должны были давно сделать. Rock Salt Mug. 66. Неплохо. И черт маг, кружек до хренища. И джемсы есть ли у нас? То придет караван. А джемсов нету. Нет, есть раф джемсы. Вот они, вот они. Во, все есть. Соответственно, кат джемс. Нужно сделать задачку. Кат джемс, там, двадцатку давай. Ну, каждый раз, чтобы каждый раз не увеличивать заказы, почему бы просто условия не поставить? Вроде, если на складе меньше 5, то произвести 10. А это надо разбираться с этим. С это кондишн. One-time mode. Change the frequency of the conditions are checked. Это кондишн... To work order, make the activation of the work order depend on the status of another work order. Как его поменять с one time на не one time? Это где-то здесь, небось? Set the maximum number of workshops that can be used. Ага. Set the number of times task will be performed. Тут нужно разбираться с этим. Condition amount of large gems available is less than 10. Amount of gems. Game rough gems is less than 10. Чё тогда? Restart if completed. Conditions checked daily. То есть если у нас больше 10 грубых камней, то мы, соответственно, меньше 5. То мы, соответственно, 5 этих камней перерабатываем. Правильно? Правильно. Перерабатываем 5 камней, когда 5 камней накопим. Ну или, наверное, 10 можно. Ну какая разница, в общем. 5 сойдет. Сейчас посмотрим, как это будет работать. Breeding from plants. Тоже.
Amount of drinks is less than 10. Amount of seeds is less than 10. Unrotten fermentable plants. Empty food storage items. Слушай, не, ну интересно, вот это вот классно, потому что есть такие кондишены, это прям реально позволяет автоматизировать многие вещи в крепости. И здесь мы что сделаем? Если мы будем гнать брашку, когда у нас количество дринков меньше 200, например, да? Amount of drinks available is less than 200. И amount of seeds... Это и или как-то можно вообще? Change the type of item being checked. Change the material of item. Change the properties of item being checked. Охренеть. Просто мини-программирование визуальное. Но это на самом деле мне чем-то напоминает то, как в некоторых CRPG-шках, компьютерных RPG-шках, таких классических партийных, можно задавать различные правила для того, как будут вести себя сопартийцы в бою. Но вот типичные примеры в Pillars of Eternity, в особенности во-вторых, очень классно это сделано. Есть, собственно, и в, по-моему, в Dragon Age тоже что-то такое. Семена не нужны в условиях. Oh, unrotten fermentable plants is greater than 10, предположим. И greater than 10, и мы тогда в этом случае делаем 10 draw brings задач. Trend brew tasks, да? То есть если у нас есть 10, мы берем 10 и выполняем. Все. Сегодня мы скриптуем. Ага, visual scripting. Модно. Классно. Здесь тоже процесс plant нужно регулярно делать. Unrotten processable plants. Десяток есть. Десяток делаем. Круто. Wooden bin. Empty bins is less than 5. Меньше 2 у нас. И мы тогда, соответственно, делаем 4. Ну, с запасом как-то так, да? И с баррелами то же самое. Когда у нас становится нехватка пустых бочек, ну такая, точнее говоря, когда она приближается, мы берем и делаем немножко. Вот. Можно также всяких столов, стульев, кровати сделать, чтобы всегда было под рукой для создания новых комнат. Да, это охрененно. Вот я сейчас, когда увидел эту штуку, когда вы мне про нее рассказали, я просто офигеваю, насколько это круто. Это просто настолько приятным делает игру. Давайте действительно двери... Rock doors будем делать. Когда у нас не хватает дверей. Amount of rock doors. Когда у нас less than 5, мы делаем 5. То есть всегда 5 дверей поддерживаем. И, соответственно, ну да, но economic hard rocks is greater than 10 тоже сойдет. Не будем делать, когда уже камней не остается совсем. Make rock door 5. Всегда, чтобы 5 в запасе было. Потом кровати. Отлично просто. 5 кроватей точно так же делаем, когда у нас не хватает кроватей. Чтобы 5 было в запасе. Потом кабинет и кофер нужен нам. Наверное, рок-кабинет. Ух. Dwarf Fortress шикарный. Amount of empty rock cabinets или rock cabinets. Вот что нам нужно. С гробами тоже. Это не работает так, что пока двери 4, то висит задание делать до 14. Нет, это работает так, что когда у нас двери меньше 5, то мы запускаем одноразовое задание сделать 5, я так понимаю. Оно потом перезапускаться должно, когда опять будет меньше 5, насколько я понимаю. Так, empty rock cabinets.
Или Rock Cabinets. Ну, Empty, наверное, тут не важно. Главное, что вот так вот. Кофер. И нужно то же самое с чаркойлом. Кстати, делать топливо нам нужно обязательно. Нам нужно, чтобы всегда было топливо. Трубадур, привет. Так, и теперь, соответственно, чаркойл нам нужен. На чаркойл. Не меньше 20, наверное, единиц топлива надо держать всегда про запас. Available is less than 20. Все. Ну вот, для начала сойдет. Готовим пищу. А, да, во. Если что, нам нужно после процесса планта делать, соответственно, ткань из нитей в луме. Weave thread into cloth. У нас есть thread вообще сейчас, в принципе. Pigtail thread у нас есть 9 штук, между прочим. Мы можем его вивить в cloth. Pigtail cloth у нас готовый есть. А пигтейл он в клов или в силк делается? По-моему, в клов, потому что действительно я сейчас видел пигтейл клов здесь лежит. Вот он. И мы должны такую задачу, наверное, сделать. Клов перерабатывать в ткань нити. Но с запасом. Надо этим кофер составить условия, а то он считает вроде уже построенные. Да ладно. Надо empty кофер ставить условия. Ткани из нити и так по автомату всегда делаются, говорит Vibe. Во вкладке работ и автоматически задач можно изменить. О, work orders, labor, tasks. Это или в Lume просто. Work orders. Work orders can be added specifically for this shop. General work orders allowed 5. This item is tagged by a task and will not be used by the task. Это айтемы. А что значит автоматические задачи? Let's stockpile links for this. Name this building. Так, worker. This work shop is free for anyone. Work orders can be added specifically. Labor orders. Labor. Stone use standard. Standing orders. Automated workshops. Automatically weave all thread. Use any cloth. Automatically collect webs. Да, тут есть такое. Ох, слушайте, круто. Slaughter any marked animals. Automatically butcher carcasses. Automatically clean fish. Automate kitchen. Даже automate kitchen есть. Hauling. Refuse and dump. Siege info. Chores. Milking, burial. О, слушайте, сколько тут автомейшена. Это же просто отлично. Добавить задачу и сделать ее цикличной, наверное, что? Значит, ткани из нити по автомату создаются. Charcoal нам нужен. Процесс plants, это нам нужно. Ты изменил на то, что они только крашеные нити в ткань переделывают. Серьезно, я просто не заметил. Diet. All thread, да. Weave all thread. Is only diet cloth, use any cloth. Tannery. Workers get on them. No bonus. Вообще отлично просто. Слушайте. Так что, говорите, с коферами и кабинетами надо поменять условия. Нужно empty room cabinets должно быть, да? Вот так вот. А вот это просто убрать. Какая музыка шикарная. Вот только послушайте, как в Dwarf Fortress'е классно с саундтреком сейчас вообще в наши времена. Раньше там была одна единственная мелодия, и нужно было добавлять другую музыку с помощью модпаков. И в модпаках была в основном какая-то откровенная дичь.
Просто что-то настолько кривое и косое, что слушать это было больно. Но сейчас музыка приятная вот здесь вот в стимовском релизе. Она радует реально. Ах. Ну что? Все автоматизируется, статуи строятся. Где наши статуи? Покажите мне их. Они должны быть построены. Они, наверное... А, вот стоят, видите, накрытые. Enet Bot Circle. Monal Partnersfera, да? Бер. Есть статуя Бера. Гуза. Дворфов. Я не вижу статуи... Monal is embracing Oke. The artwork relates to the belief of the human monal in Oke. То есть это как бы воплощение Оке статуи. The item is superiorly designed. Image of Monal Pathenier Drforded. The human and Oke. The deity of murder and death. А, то есть это земное имя и имя божества. И это одна фигура. Понятно. В Сонсенсе... Не-не-не, говорит Вайп. В Сонсенсе утилите очень классная музыка была. Половину треков сегодняшних Death Fortress взял оттуда. Еще там были звуки всех анонсов до мельчайшего события. Было слышно, как дворфы дерутся. Озвучка прихода мигрантов. Забавными фразами и т.д. Ну, надеюсь... Sound Sense появится тогда и сюда тоже. Так, а что тут? Вот это вот не за того. Не за Карвлина. Попробуем тогда после этого engraving сделать. Посмотрим, как будет engraving работать. А пока построим статуи. Furniture статуи, да? Select material. Бер и Monal Pathenier Forded. Во. Вообще, может быть, у меня, конечно, воспоминания о Sound Sense не самые правильные, кто знает. Но он мне всегда казался каким-то достаточно кривеньким. Ох, как они тащат детишки. В общем, рабский труд детей фактически используем. Поставили статую, да? Смотрите. Алтари стоят, статуи. Все красиво. Можно, конечно, отдельные храмики сделать было под каждого отдельного башка. Посмотрите, у нас кто кому там молится, выставить их. И жизнь-то выглядит наладится. Каждый раз, говорит, Вайп радовала фраза: «О, мо мэгрантс, I hope they bring cats, I love cats, delicious». Да-да, ох уж эти вкусные кошечки. Найс. Как рыбу в мясо переработать или в какую-то еду? Она автоматически перерабатывается. То есть у нас Kitchen Automation же есть вроде бы, оно должно автоматом перерабатываться. Алкоголь в таверну забыл занести. Ну да, да. Соответственно, здесь нам нужен стокпайл. Да, стокпайл нам нужен. Просто стокпайл, это не комната, не надо выделять стены, да. Так. Еще раз, давай, соберись, ты сможешь. Хопа, accept, теперь custom, food, prepared meals, drink. Cheese, fruit leaf, millet plants, fat, paste, press... Pressed materials, кейки, смотри, экстракты, гном блайт, олив ойл, мискликвидс, лайм, милк оф лайм, не знаю, пусть тоже будет, фиш, это просто сама, unprepared fish, meat, сойдет.
Храм Забору. Вряд ли будет много верующих. Чё? See how many barrels, beans and blah-blah-blah we stockpile can use. Вообще, наверное, да. Надо бы что-то здесь еще сделать. Set from which workshop and stockpiles. We stockpile gives and takes items. Repaint with stockage, remove. А теперь его как-то нужно соединить с нашей таверной. Sign a new existing location. Можно ли как-то добавить сюда... Добавить эту зону в таверну. А, то есть таверну это включить просто вот так, оверлап сделать фактически, да? Да. Просто расширить зону таверны. Прекрасно, просто шикарно. Упс, а дверей-то нету. Давайте все-таки с ингрейвингом посмотрим. Что мы можем сделать с ингрейвингом? Можно ли задать, что мы здесь ингрейвим? The donations glazes, no special orders. Create new squad. Так, это не то. Engraving smoothed floor and walls. Hold left button to draw. Приоритет. Наверное, все-таки надо это удалить. Нафиг. Как же ингрейвить что-то конкретное здесь? Вот мы это выбрали. Что-то не совсем понятно. То есть вот мы сделали этот ингрейвинг. Он теперь здесь включен. А что там ингрейвить, непонятно, как выбрать. Можно ли как-то это уточнить? Hold left button to draw. Это скрыть, это приоритет. Гамп. Нет, это просто ингрейвинг. И сказано, каким образом это сделать. Вайп говорит, честно, тут даже я не подскажу, как. Я даже в старой версии не выбирал конкретных гравировок. Но вот на самом деле очень необычно, конечно, местами тут можно выбирать. Интерфейс не всегда однозначно интуитивен, потому что, чтобы что-то выбрать конкретное, временами бывает нужно как-то вот извернуться хитренько, знаете ли. Давайте это пока отложим. Я почитаю, может быть, есть где-нибудь в справке какое-нибудь описание. На сегодня уже пора бы заканчивать. Мы сделали достаточно прилично. Мы сначала разметили в начале стрима специальную вот такую вот зону жилую. Ее тоже нужно будет отделать и, собственно, стены обтесать. Очень даже компактная по сравнению с тем, что у нас до этого было вот здесь. И удобненькая такая, уютненькая. Потом мы начали думать над тем того, как подвести воду и как сделать нам бараки для того, чтобы отряд какой-то тренировать. Соответственно, проект по созданию маленького вот такого вот искусственного водоема, который будет наполняться из воды в пещере, но он будет гораздо больше по объему, и поэтому будет отстаивать сил на дне, и чистая вода сверху будет находиться, был сделан. Мы прокопали лестницу, а также канал рядом с ней, чтобы можно было бы, соответственно, сюда установить колодец. Сделали здесь место под наш госпиталь, назначили медика, потом создали отряд, разбирались, как им выдать экипировку. Эту самую экипировку производили здесь в кузнечной, точнее говоря, в кузнице. Отряд из наших двух бойцов тренируется теперь. Не сказать, чтобы это очень эффективно идет и быстро. Там явно для того, чтобы эффективная тренировка шла, им нужно, чтобы кто-то помогал достаточно хороший и умелый. Кто-то, чтобы этим руководил, действительно способный и передавал свой опыт. У них пока что сейчас только новая дисциплина. То есть они дисциплину немножечко тренируют. Но это, в принципе, неплохо. У этого
конечно, тоже скиллы есть некоторые, но они очень слабенькие. Где хирургический стол? А тут стол же еще нужен. А он должен быть специально хирургический, или же он должен быть просто тейбл? Давайте его поставим сюда. Вот. Пусть будет стол. Хирургический, не хирургический, зато каменный. Хирургические инструменты, наверное, какие-нибудь нужны. Там пилы разные, молотки. Ну, чтобы дворфам было легче приносить боль. И тем временем, у нас позднее лето, скоро наступит осень, прибудет караван. У нас 16 дворфов, к сожалению, в этом году миграции не было, но это не страшно. Самое главное, что за это время мы успели, в принципе, с некоторыми интересными делами разобраться. Я жду самого главного — увеличения количества популяции, для того, чтобы создать более крутой отряд и начать все-таки эксплорить подземелья. Вот там будет весело, обязательно. Это веселье попрет изо всех щелей на нас и будет доставлять радость незабываемую. Такую, что потом на многие поколения вперед хватит, если, конечно, эти поколения будут. Так, грибы собирать, к сожалению, нельзя. Ну и не особо хотелось. В общем, можно немножко крафтов сделать из ракушек. Тоже добавим. Давайте просто постоянно. Shell crafts, make shell crafts. Как только у нас набирается 5 ракушек, мы сразу же начинаем их готовить. Пожалуйста. По КД. Просто по КД. Рок-крафтов, наверное, тоже нужно добавить. Просто чисто for fun, чтобы было чем заняться дворфом. И что можно было бы продавать потом караваном. Еще там с 20-ку. Поехали! И, ко всему прочему, с джемсами что у нас? Давайте посмотрим. Cut gems. У нас 6 есть ограненных камешков. Это хорошо. А есть rough gems? 18. Есть ли у нас огранка сейчас в приоритетах? Make wood, wood, bean... Процесс план, брюдринг, cut gems, да, идет. И давайте тогда... Что с джемсами можем делать? Control gems, uncrust ammo... Нет, uncrust finished goods и cut gems. Вот. Мы это сделаем 6 штук, как раз у нас 6 камней есть. Крафты дворфы сами себе растащат на безделушки. Тоже, конечно, хороший вариант. Пусть тащат, я не сильно так против... Пусть у них будет что-нибудь красивое и приятное. А еще можно статуи в таверне поставить. Они тоже должны усиливать как бы ценность вот этой комнаты. Плюс ко всему прочему, к этим статуям можно добавить то, что это будут статуи дворфов. Где у нас там дворфийские статуи? Вот, статуя дворфов. Прямо в таверне дворфов. Давайте, пока я не забыл об этом. Build furniture, статуя... Выберем конкретную. И поставим ее где-нибудь на углу. Статуя дворфов. Поехали. Тащите сюда, господа. Нам это нужно. Во, взяли статую. Ребенок потащил. Дети, в общем, лучшие работники у нас здесь. И ура! К сожалению, у нас ценность самой комнаты нигде особо не написана. У них есть внутренняя ценность, которая определяет, насколько там чего, кому, как и зачем, почему. Black Cap Barrel, в которой есть food stockpile. View stockpile. Нет, она в food stockpile. Это просто... А, нужно убрать здесь тогда, наверное. Вот в этом нашем основном хранилище. Из еды уберем дринки. И prepared meals тоже уберем. Вот, собственно, чтобы они все были здесь в таверне.
Я думаю, сейчас должны начать перетаскивать это все. Главное, с паузы снять не забыть, иначе перетаскивать не будут. Это прям вот инфа-соточка. Гонгуд говорит, привет, привет тебе. Но на самом деле ты подошел к самому концу стрима, когда я уже, в общем-то, заканчиваю с делами. И мы заняты сейчас тем, что последние какие-то такие мелкие штришки наводим с таверной нашей. Что у нас там, кстати говоря, с посадками? О! Фамплот, на котором растет пигтейл. Пигтейл-сиды посажены. Уже и пигтейл произрастает даже. Отлично. Работа кипит. Тащат сюда еду. Прекрасно. И выпивку самое главное. Много выпивки просто вот. Чтобы вся выпивка в таверне была обязательно. У тебя, кстати, дворфы-то вообще едят в таверне. Видел как такую проблему у одного в ВК, что они не ели там, если таверна размечена через митинг-зону, а не через столовую. Так. Я через митинг-эрия делал. Нужно было дайнинг-холл сюда ставить. Citizens will eat at this zone when not assigned to a particular citizen. Citizens without their own drinking hall will eat here. Tables and adjacent chairs should be included. Вообще, на самом деле, да, наверное, дайнинг-холл нужно было ставить. Сейчас попробуем это исправить. Это делается на изи. Берем. Че, смотрим, у нас тут Tavern Keeper есть, перформер. Удалить, нафиг, удалить, удалить. Все. Теперь мы добавляем Dining Hall. Select another rectangle to continue. Что не так, что тебе не нравится. Select rectangle, which contains tables in order to form dining halls. Another rectangle to continue. Select rectangle, which contains tables. Ничего не понимаю. У нас есть петиция, правда. Надо вернуть, собственно, митинг-холл тогда. Временно. Что без митинг-холла как-то грустно. Так, accept. Делаем его таверной. После этого назначаем тавернкипера, экспедишн лидера, перформера такого-то. Все, вернули назад. Chestnut of Whips. Такие дела. У тебя столовая не ограждена стенами-дверьми. Да, нужно двери, стены поставить сюда явно, видимо. Тогда это столовая, быть может. Кажется, это должно быть помещение с дверьми, а не без стен. Ну, в общем, похоже, да. Давайте, знаете, что сделаем? Сейчас мы просто исправим эту ситуацию. Сколько у нас дверей вообще? Не есть у нас. Давайте стены построим сначала. Так. Для того, чтобы можно было по две двери по бокам ставить. Двери можно ставить между стенами исключительно. Их нельзя ставить подряд, вот три вот так вот. Поэтому нам нужны здесь колонны посередине. Рок-дом. Должно бы делаться, по идее. Сколько у нас дорсов? Что за петиция? Мегас Бродер Кингс.
Wishes to reside in Guildens. Так, к нам хочет присоединиться, чтобы развлекать наших жителей, а также тех, кто посещает нашу крепость. Do you approve this request? Да, пусть к нам присоединяется, это приятно. The fortress attracted no migrants this season, опять, заметьте. Ex-dwarf. Bard visiting. Baroness consort. Комнаты отвалились от таверны или нет? Кстати, да, я думаю, отвалились. В Diamond Apples Tavern. А таверны такой больше нету. Лол. Какого фига они тогда к ней присоединены? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Чеснатов, випс. Таверны нету, а присоединение есть. Diamond Apples. А где она находится, можно показать. Что у нас ее нету больше. Че это вы мне рассказываете? Про таверну, которой нет. Ты же пересоздал таверну. Да, да, она теперь называется Chestnut of Whips, а Diamond Apples уже больше не существует. Ну ладно, в общем. Было весело. Я думаю, пора на этом заканчивать. Че они там тащат, строят стены? Не особо. Зря новую таверну создал. Можно же было к старой зоне присоединить. Не в этом дело. Там дайнинг-холл, типа, нужно было сделать, и присоединить его прямо внутри таверны, ты имеешь в виду, надо было. А что она делает? Satisfy that walk. Pleasure. Near fine, tastefully arranged seat. Being granted residency. Competent ex-dwarf. Shield user. Armor user. А это не тот ли наш вот... Да нет. Skills. Milkill Planter Combat. Competent X-Men. Это типа наш гость, я что ли так понимаю? Send this creature to a linked site. Or expel this creature entirely. А, Human Bard, да, это же человек. При удалении зоны локальная... А, локация созданная не удаляется, даже если у нее вообще зон не остается. В списке она все равно будет. Тут где-то есть такая штука, как локация. Places. Zones. Meeting area. Бедрумы. Заняты многими нашими. Офисы. Бараки, митинерия. А ее тут нету больше уже. По идее, она пропала из списка. Но она есть в списке, когда ты присоединяешь комнату. Интересно. Барджи, да? Человеческий при этом. Не просто так-то... А строить когда будем вообще, серьезно, скажите. Мне очень интересно, двери поставили быстро, а колонны не хотят ставить. Хитрожопые дворфы, а вот хитрожопые. Так это список зон, а не список созданных локаций. Окей.
Понял, понял. Ну, думаю, на этом пора заканчивать тогда. Как бы, вот не хотел дварфа ставить нам тут стены, ну и пусть не ставят. Ничего страшного нету. Human Missman is visiting, как раз, видимо, этот самый дворф. Дринки, кабинеты. Все остальное тоже как бы отлично. Конец лета, самая лучшая пора, дварфы рады. Осталось дождаться того, когда у нас будет достаточное количество жителей, чтобы начать нормальную организованную боевую деятельность в подземельях. Вот тогда-то мы там надаем всем и порогам, и тем птицам, которых встречали, и всех-всех чертят перебьем, и крокодила с тролем найдем, кто бы из них не выжил там. Может быть, и что пострашнее найдется, кто знает. Такому на двор он назвал. Ужасно, ужасно. Я думаю, мне нужно выписать штраф за это. Как-нибудь сделаю после стрима это. Ну, а сейчас... Save and return to title menu. Save to east timeline. Поехали. И после этого напоминаю вам, господа, что вы можете подписываться на канал, где бы вы сейчас это не смотрели. В онлайне или на Twitch Good Game, или в записи на YouTube. Ссылки на стримы и на YouTube-канал есть в описании. Ну а анонсы я, как всегда, выкладываю в Твиттере, Дискорде и во ВКонтакте. Ссылки там же внизу в описании. На сегодня же я с вами прощаюсь. До новых встреч. Играйте в хорошие игры. С вами был Dice. Пока.